Какое прекрасное утро, чтобы наказать преступность. Привет, друзья мои хорошие, с вами спикер и полицейский патруль. Сегодня, друзья, мы прокатимся на Porsche 911 GT3. Да, машинка у нас двухместная, но у нас есть еще и новые машинки. У нас такой броневичок есть, можно и на нем прокатиться. Это у нас Альфа Патруль будет. Хорошо, у нас сегодня будет Porsche 911 GT3. Какая машинка-то. Обалдеть, двухместная. Реально уже какой-то... Мы будем ловить сегодня преступников особо опасных. Хорошо, включим мигалочки, проверим как мигалки, дверь мы закроем, посмотрим из кабинки, все это быстренько сделаем и посмотрим новые события. У нас руль держится, у нас как компьютер есть и в принципе, ух, у нас даже есть, а там места видимо нет, у нас просто решетка сделана. Хорошо, уже поехали, друзья, выключим мигалки и посмотрим новых преступников. У нас есть террористы. Как-то с утра пораньше у нас сразу террористы. О, какие взрывы-то. Хорошо, все это эпично будет происходить сразу же на первом событии. И вызываем побольше. Ребята, привет, сейчас будет полный экшен. Да, начало начинается, как всегда, у нас экшен. И где-то прям по курсу, что они выходят просто уже. Сейчас в меня полетит РПГ. Ну да, в меня уже летит, но маленько не в меня. Хорошо, наверное, по ту сторону проедем. Там у нас будет, если что, у нас будет местечко. О-хо-хо, наши машины просто все... Это просто чудо. Это просто чудо, что прилетел РПГ с нами. Походу мы все-таки канал, сам себя убьем. Хорошо, поехали, у нас еще три преступника. Эх, даже не знаю, Ctrl-Z давай, нажмем, включим уже. И, наверное, все-таки автоматика пускай будет. Окейшки. И, ребят, походу, все-таки всех убили. Хо-хо-хо. Обалдеть. Так, хорошо, где у нас РПГ? Мы можем взять на всякий случай РПГ. Вдруг у нас будет танк. Так, где-то не вижу трупа. Трупа не вижу. Хорошо, мигалки мы выключим. Ребята, просто найс. Раскидай, вижу копы. И все наши тачки просто рванули. Ребята, все в порядке. Да, вижу трупы. Вот наши РПГ. Ну-ка, заберем. На всякий случай, конечно. Тачки взорваны, ребята, кипиши. Реально в кипише. И все наши тачки взорваны. Хорошо, что у нас есть еще сегодня? У нас гольф. Гольф-машинку угнали. Это довольно интересно. Ну-ка посмотрим, друзья, что там интересного появилось-то. Новые события. А гольф-машинка очень далеко, кстати. Ну-ка посмотрим по карте, где это находится. А это находится у нас... Ох, друзья, прям в городе? Да вы издеваетесь, что ли? Мы в пригороде, а нам ехать в город? Нет, конечно, не будем. Можно, в принципе, поехать в город уже и посмотреть там новые события. Да, у нас есть 8 новых событий. Мы смотрели только 3, либо 4 максимально. И еще 4 мы не видели. Что им другого? И что у нас есть еще? Мопед. Не, мопед нам не нужен. Мы уже такой... Ух, террористы снова. Ну хорошо, подтверждаем. Прямо рядом с нами, что ли? Включаем сирену уже. Я не вижу. Они прямо позади меня. Эх, жесть, ребята, начинается. Хорошо, ребят, вызываем, конечно, у нас трое террористов. И можем, в принципе, сами разобраться. Они подбегают прямо к нам. Ну что, друзья, с ними делать? Нужно, конечно, отстреливать их. Они прямо рядом с нами. Ну-ка, секундочку, это мы, конечно, контр-ДМ. Если что, нам пригодится этот скрипт. Так, вижу террориста. Выстрел и мертвый. Ух, ух, как эпично было-то. Один выстрел, сразу мертвый-то. Ребята, с РПГ нужно недооценивать их. Ты еще же остался живой. Прям за камнем-то. Он наших гасит. Даже не вижу, где он находится-то. За машинка. Ого, походу он. А он, походу, еще живой, друзья. Ну-ка, берем живьем его. Мы берем уже живьем террориста. Бросай уже свой РПГ. Маленько потрясло. Слишком поздно, друзья. Да, его уже убили. Молодцы, ребята, конечно. Так и нужно поступать. Это террористы. О, трупики. Наши трупики. Нужно собрать оружие. Если что, конечно, против танка будет довольно эффективно. Хорошо, поехали дальше. О, какая вмятина-то. Где наша тачка? А, вижу по отметке, по карте. Хорошо, что у нас есть еще. У нас полицейские. Ох, у нас автобус снова. Ох, огонь автобуса. Не вижу на карте, где находится. Хорошо, можно, в принципе, посмотреть. У нас есть шипы, и нужно, конечно, использовать по уже... Ох, полицейский разворот. Автобус у нас, походу, слишком далеко. Ну-ка, секундочку, посмотрим по карте. Ох, нет, друзья, это что у нас... Это у нас что-то в городе происходит?
Хорошо, можно пройти, в принципе, в город. Мне хочется, конечно, смотрите, что-то здесь. Ого, на автобус. Ох, прям позади. Окейшки, поехали. Ребята пешком ходят. Ого, на автобусы. И давайте посмотрим. У нас есть шипы. Нажимаем К, и у нас появляются шипы. Да, нужно, конечно, использовать все способности. А вот наш автобус. Хо-хо. Ну что, друзья, шипы, конечно. Ох, сколько шипов-то. Это было жестко с ним, конечно, поступили. Да, друзья, можно, в принципе, взять его, ну, как Ctrl-D, пускай автоматически, если что, будет появляться, будет блокада, и ребята уже будут останавливать, нам помогать. Хорошо, ребят вызываем, конечно, он у нас огонь автобуса, и ребята уже, конечно, подключаются. Но, по идее, уже без колес едет наш автобус. Да, реально без колес уже едет, там столько шипов было, хо-хо, как его занесло-то. Давай, чувак, тормози уже, тебя будем брать в кольцо, слушайте, он не останавливается. Дикий автобус какой-то. Можно, конечно, на таран, но жалко, конечно, машинку служебную. Он просто берет и тянет. О-о-о, можно даже самим еще встать. Много сколько машину сможет тянуть. Слушайте, реально дикий автобус. Вот что я хотел, конечно, от автобуса. Сколько ребят собралось. Ребята, берем его, конечно. Хорошо, берем шокер уже. На встречку маленько выехали. Давайте, наверное, шокером попробуем все-таки попасть прям водителем. Покуда человек промахнулся. Хорошо, мы, в принципе, отчаянно. Ух, нормально. Вот, кажется, этот прицепчик нам поможет. Ну-ка, тормози. Нет, все-таки он не смог. Ребят, куда поехали? Нормально все. Что за стычки? Банальные копы как уже. Дайте панелька подрежу уже. И я даже не знаю, что с ним делать. Уже шипы выпустили, все колеса ему лишили, а он продолжает свой путь. Ну, даже не знаю. Хорошо, можно, в принципе, поехать уже наперед и просто ехать на таран же. О, то, что нужно. Ну-ка, чувак, тормози. Откуда он вкипит? Что с ним происходит? Он реально испугался. Полицейский патруль, выходи из автобуса! Предупредительный. Еще раз. Ох, мы просто под колеса практически попали, друзья. Ребята, в погоню за ним. В погоню уже. Ох, прокатили нас чуток. Там вижу две отметки у нас. Две отметки, поехали к нашей тачке. Самым спокойным. Какой кипиш там? Нужна еще вертушка. Для полного эпика нам не хватает вертушки. Можно боевушку, хотя толку от нее не будет. Кстати, машинка даже не повредилась. Нет, вижу, бампер все-таки болтается. А вот красная отметка довольно интересна. Что это такое? Наш автобус просто окружили. Да, видишь, сколько отметок-то уже. Их, наши вертушки тоже летят. Нет, он продолжает свой путь еще. Ох, мы отчаянный коп. Мы, конечно, будем уже вот так. Ух, хо-хо-хо. Нужно реально куда-то в кувет его скинуть. Давай же, подрежем его. Все, подрезали. Ребята, держу его. Вытаскиваю его задницу оттуда. Слушайте, не хочет вытаскиваться. Хорошо, можно, в принципе, уже открыть и огонь уже. Бензобак и попробовать слить бензинчик. Ребята, давайте берем его. Вот то, что я хотел. О, байкеры, ваши документы. Вот сбили. Сейчас начнется перестрелка. Так, чувак вышел, куда отправляешься? Стой на месте, полицейский патруль. Все, на земельке. У нас еще байкеры есть. Нужно проверить документы. Чуваки, ваши документы. У них стопудово есть оружие. Спокойно. Выстрел сразу же. Ты будешь тоже так же. Агриться. Давай, крутим кверх. Все спокойно. Байкеров всех берем. Так, чувака взяли? Не вижу. Да, вижу чувака. Ух ты, какой-то махач начался. Просто в копу, просто в рожу дал. Его просто взяли и застрелили. Это просто эпично было. На бедную женщину поднял руку. Да, наконец-то мы автобус остановили. Он остался без колес. Что происходит с машинкой-то? Видимо, какой-то глючок у нас с Поршем. Да, видимо, глючок у нас в копии. Он видит повреждаемость копия. Это, конечно, можно исправить уже с помощью, конечно же. Вот так, друзья. Что за кипиш? Какие-то перестрелки начались. Эх, смазки. Нужно починить машинку. И, в принципе, мы готовы уже отправиться дальше. А что там происходит? Мне посмотреть. Взрыва нету. Главное, чтобы взрыва не было. Короче, выключим мигалочки. Что у нас есть еще интересно? Ох, ну, в принципе, можно подтвердить и посмотреть. Ох, вижу. Вооруженное ограбление. Сейчас подъедем, разберемся. Включаем мигалки прямо перед преступником. Полицейский патруль. Руки в гору. Удирает. Сейчас мы остановим быстренько. Можем быть себе шокер. Можно маленько толкнуть его. Ну, давай шокером. Шокером. Прям по заднице твоей. О, попали. Окейшки, выходим. Сейчас надеем наручники на тебя. Еще раз. Можно даже быть побольше ребят. Побольше ребят и поиздеваться над тобой. Ну-ка, ребята, приезжайте сюда. Посмеемся. Сейчас посмеемся на преступника, который вооруженный, но не перестреливается. А вот ребята приехали посмеяться. Давайте, ребят, берите его. Хочешь посмотреть уже на вас со стороны, как вы работаете. О, вертушки прилетели. Все на подмогу-то.
Да, ребята, гасите его, совершенно верно. А мы уже поехали дальше. Поехали, друзья, на шоссе и посмотрим, что у нас будет сегодня на шоссе. Хотя можно заехать в закусочную и перекусить. Но, в принципе, рядом есть закусочная. Хорошо, что у нас есть еще. Мне довольно интересно, что сегодня будет довольно интересно. Так, есть... Ох, ну есть GTA. Это будет интересно. Хорошо, подтверждаем, погнали уже наверх. Мне нужна одна вертушка, в принципе, и пока мы доедем, вертушка, если что, прикроет нас. Включаем сирену уже в догонку. Так, контр-Д пускай будет. Щит, вот именно, вот щит, ребят, подвинься чуток. Патрончики у нас есть, наш день продолжается, и у нас как раз еще будет ночка, уже на Порше. Довольно будет интересно. Ну-ка, вот здесь едем, надеюсь, поезда не будет, и проскочим. Довольно эпично, как не проскочить нужно будет. И главное, аккуратно. Фу-ху. Так, поезда нет, все в порядке. Поезда нет, наша GTA поехала дальше. У нас получается, ребята... Ох, сколько зайцев бегать-то. Ребята вооружены и опасны. Обычно в GTA у нас перестрелки. Так, вижу вертушку. Главное, чтобы она не врезалась в эти вертушки. Это будет зрелище. Так, ребята, кажется, уже вижу. Все пока что в порядке. Пусть, ребята, подъедут, если что, мне помогут. Так, вижу, у меня есть машинка. Подозреваем уже в зоне видимости. Там какая-то встреча, что ли? Можно даже остановиться и разобраться. Ребята, в чем проблема? Видимо, какая-то гонка есть. Так, погнали, у нас преступник, какая гонка. И используем все-таки наши шипы, друзья. Ох, а вот наш преступник. Тормозим уже. И используем шипы. Хорошо, так встали. И красавица куда побежала. Там еще один. Ну-ка, стоим, да. Так, дверь собьем. Все в порядке, полицейский патруль. Руки в гору, без оружия. Ребята, за ней бегом уже. Покуда ее все-таки берут. Ух, сколько оленей здесь. Можем маленько поохотиться. Жалко, нет винтовки снайперской. Хорошо, давай одеваем наручники. А сколько у нас отметок красных? Все в порядке. Ее взяли. И второго преступника тоже взяли. Хорошо, ребята, вызываем ребятишек, пускай и заберут их уже полицейский участок. Поехали дальше. Главное не наехать на шипы. Хорошо, что у нас есть еще интересного. У нас есть угон полицейского байка. Ну, друзья, погнали уже. Угон полицейского байка довольно будет интересно. И прокатимся. Нужно аккуратненько спуститься. А вот тут довольно будет зрелищно. Просто вот так в полете. Ух, да. Вот так просто в полете. Включаем шагашку экшн-камеру. Главное на колесики приземлиться. Мы уже на трассе и можно вызывать, в принципе, патрульных машинок. Так, где он едет? Мог он стоит на месте просто. Нет, хотя вижу его. Так, шипы, нужны шипы. Оп, и прямо на шипы. Даже не знаю, наехал, не наехал. Ребята меня заблокировали. Какая тут пробка-то? Там какая-то перестрелка, что ли, была? Хорошо, у нас преступник уходит. Он по встречке, что ли? Ну, реально поехал по встречке. Да, вижу его. Это просто экшен. Хорошо, нужно одну вертушку, в принципе, и сами справимся с этим байком. У нас есть шипы, это шипы реально очень интересный скрипт, и реально очень работает. У нас очень много модов на шипы, и не каждый работает. Вертушка приземляется, и байк еще продолжает двигаться, ребята, в сторону. Полицейский патруль уже, прям по встречке. Так, вижу байк. Мне кажется, он сбавил скорость, там у нас один преступник, и едет просто без колес. Байк. Без заднего колеса, передняя есть, а заднего походу нет. И все-таки продолжает ехать, друзья. Какой-то реально летающий байк получается. Какой-то реально блокада здесь. Что ребята заблокировали здесь? Ну, ребята приехали, молодцы просто. Ну, хорошо, его берем, конечно. Оп, он продолжает свой путь. Да что ж такое-то? Давай, наверное, шокером. У нас, в принципе, большое стекло. Можно прицелиться довольно комфортно. И можно прямо там подсральник ему дать. Ребята, что вы мне блокируете? Куда вы ее занесли? Полицейский патруль, он реально у нас едет без заднего колеса, друзья. Где-то потерял, видимо. Ну хорошо, давайте подрежем его. Вот так резко подрежем. Все-таки подрезали его. Байк просто в смятку, спокойно. Полицейский патруль стоит на месте. Руки в гору. Ребята пришли. Вертушка нам поможет, конечно. Там еще ребята едут. Главное, чтобы не сбили. Чувак, давай на коленке. Все в порядке. Твоя дама, видимо, уснула. Давай, надеваем наручники уже. И он уже готовый. Чувак убежал. Да что ж такое? Нет, все появилось. Все появилось, одеваем наручники.
Все, ребята, он ваш. Хорошо, поехали, наверное, в город, друзья. Посмотрим новые события. У нас там есть гольф, у нас есть кражи домов. Чувак, ты мне не сядешь никуда. Хорошо, что у нас есть? У нас есть Arma Drive, прям... Нет, не нравится мне. Это... Ох, есть прогрессик, можно, в принципе, прокатиться. Хорошо, подтверждаем и прокатимся. Мне интересно, где находится. А вот вижу, машинку выезжает. Прям с парковочки выезжает. Полицейский патруль, стой на месте. Так, поехал в другую сторону. Используем, конечно, шипы, когда уже встанем в хорошую позицию. Решил все-таки поехать в эту сторону. Сейчас она поедет. Никуда она не денется. Мы используем шипы, конечно. Оп. И уже просто идеально, кажется, выпустили. Хорошо, пускай она едет. Мы, конечно, чуть вперед заедем и уже выпускаем шипы. Хорошо, замедляем время. Вот так. И уже красиво выпускаем шипы. Оп. Но они выпускаются. О-хо-хо, все-таки получилось. Да, они выпускаются очень долго. И тачка все-таки занесла. Полицейский патруль, стоять на месте. Давай-ка вытаскиваем вот так. Кого-то решил вытащить, друг мой. Садимся обратно в тачку. Спокойно, Бугатти промчалась. И ребята продолжают свой путь. По идее, на шипы тоже ребята наехали, и они тоже стали без колес. Сейчас посмотрим. Тачки без колес просто... Да, видно, что без колес, походу. Ну, все, блокируем. Никуда уже не денется. Полицейский патруль, давай, выходи уже. Что ты там орешь? Окейшки, мы успели. Ну что, красавица? Какая ты крупненькая-то. Маленько пускай шокером. Ребята, пускай. Тоже маленько шокером поработает. Ух, у нее была пушка. Молодцы, ребята, просто реально спасли мне жизнь. Гасим ее. Полицейский патруль просто беспощадно. А ты мне реально палец показываешь? Чувак, ну-ка выходи, твои документы где? Чувак, выходи уже, полицейский патруль. Мы просто взяли и его убили. Ну, он реально показал нам палец. Походу, вы какой-то был дерзкий слишком. Хорошо, поехали все-таки в город. Мне все хочется посмотреть в городе, что он за гольф-машинком и другие события, друзья. И заодно вам показать. Мы прямо на встречке-то. Да, выключим сирену, чтобы спокойно не ехали. У нас, по идее, там есть шипы, нужно аккуратно проехать. Запрямимся. Реально какая-то пробка. Хорошо, что у нас есть еще? У нас по пути что-нибудь выберем. И давайте посмотрим. У нас есть GTA, тоже позади, нужно реально что-то в городе. Ох, Армат, ох, друзья, перестрелка. Давненько такого не было. Ну-ка, давай-ка, разворотик. У нас перестрелочка уже. Давненько такого не было. И, конечно, в погоньку уже. А снова поедем по встречке. Ребята, кажется, едут на шоссе. Хорошо, в город уже в других сериях отправимся. Мы сегодня будем продолжать. Как Бугатти обгонять? Там меня быстро. Там мы на Порше едем 120 и нас обгоняет. Мне нужно переехать на ту сторону. Ох, стоямба. А он вижу. Чуть дальше. Чуть дальше, ребята. Вот там перестрелка какая-то началась. Спокойно, нужно промчаться. Нужно промчаться на ту сторону у меня. Ох, есть. Есть кармашек там. И вот наши ребятишки. Ох, друзья, реально новая фура. Хо-хо. Ну-ка, сейчас посмотрим, что у нас есть. Все в каком-то кипише. Хорошо, вызываем все-таки побольше патруля. Пускай ребята тоже приедут. И вертушек, конечно же, у нас начинается погоня. Перестрелочная погоня. И хороший один выстрел, в принципе, можно сделать. Идеально. Ребята выходят, перестрелка начинается. Ух, сколько их там. Настоящая перестрелка. Полицейский патруль бросил пушку свою. Ты тоже брось пушку. Ему хана, тебе тоже хана. Двойное убийство. Там есть еще двое. Ребята, бросайте пушки свои. Все в порядке, два преступника осталось, и походу они все-таки сдаются. Ну, давай-ка прокатимся чулок еще. Полицейский патруль же. Харри в землю. Гасим всех. Просто реально дерзкий сегодня мы. Ну, сколько трупов-то. Хорошо, вызываем скорую помощь, потому что реально очень много трупов. И, конечно, нужно кого-то спасать, видимо. Там какая-то перестрелка еще. У нас красная отметка на карте, вижу. Взяли пулемет даже. Пулемет, конечно, пригодится. Ох, ребята, выходим. Выходим. С оружием, нет? Хорошо, ребята, пускай сами разберутся. Я даже не знаю, кто преступник. Какой-то кипиш начался. А мы уже отправимся дальше. Да, перестрелки у нас, конечно, просто потрясающие. Вертушки, погони и все такое. На мотике там какой-то реальный кипиш. Оху, чувак просто снес двери. Ну-ка, секундочку, порча имущество. Сейчас на байке подъедет сюда, и мы его арестуем. Если он, конечно, проедет. Вон, другой байк вообще пытается через верх проехать. Он реально проезжает. Чувак, тормози уже. Ну-ка, давай, вытаскивай свою задницу с байка с этого. Куда пошел? Второй байк остановился. Байкеры какие-то. Хорошо, ребят, пускай гуляет, мы уже отправимся дальше. Чтобы не терять время просто так. Что у нас есть? О, полицейский байк угон. Ну, это где-то по ту сторону. Я не поеду туда, слишком далеко.
Что у нас здесь? Армадрайв? Нет, мне нужно один поближе. Ух, террористы, друзья. Ну что, давай террористам. Уже просто на шоссе реально террористы. И вызываем, конечно же, патрульных машинок. Ребята, у нас террористы. Нужно с ними разобраться. Ох-хо-хо, да, я уже вижу. Это будет довольно экшен. Слушайте, реально пытаются в нас попасть. А у нас, походу, ох, вижу террориста. Ух, куда-то в другую сторону, походу, так я попал в него. И у маленького... Сейчас гасим его по полной. Ух, мертвый. Мертвый террорист, это хороший. Так, вижу, есть еще один. Так, выходим. И берем, пытается, вживьем его. Так, пробежимся. Пробежимся, нужно быстрее, по ногам, по ногам. Ребята спокойно промчались, я даже не знаю, кто он позади. Берем шокер. Чувак, я тебе хочу спасти себе жизнь, брось. Ах, все поздно, друзья. Все-таки его убили. Сколько это пули-то? Так, вижу ребята, которые отстреливают. Спокойно. Промчимся. У нас снова туман появляется. Ну что, у нас уже скоро будет ночком. Сколько интересного времени. Мы взяли парочку РПГ, какой-то просто кипиш. У нас практически 9 часов. Выключим мигалочки и уже отправимся прямо по шоссе. А уже в других сериях, друзья, отправимся в город. Посмотрим новые события. Хорошо, что у нас есть еще у нас в пригороде. У нас прогрессик, можно прокатиться, в принципе. И, в принципе, я соглашусь. Да, мы используем шипы. Будем использовать шипы. Так, ребят, где-то сверху, что ли? И в какую сторону отправиться? Карта чуть ближе. Нет, они по другой дороге едут. Хорошо, поехали. Если что, конечно, будем вперед заезжать и использовать шипы. Ребята, в сторону. Полицейский патруль уже. Ночной полицейский патруль. Нужна вертушка. Одна вертушка для бдительности. Так, вижу тачку. Тачку вижу, прямо навстречу ей. Хорошо, нужно использовать шипы. Походу врезалась. Как хорошо врезалась-то. И ребята просто съехали в тюрьму. Ну что, отправляемся уже в тюрьму, конечно. Ух, да. Порш просто пролетел. Сделаем, наверное, кружок вокруг тюрьмы. Так, мне нужно прожектор. Вертушка, вертушка, давай-ка прожектор. Да, окейшки, я вижу. Ну что, наверное, используем шипы все-таки. Интересный скрипт, и нужно, конечно, почаще его использовать. Так, мы подъезжаем прям вперед уже и используем. Ух, хо-хо. И он уже маленько в сторону уезжает. Все, друзья, уже колес нету. Ну, кажется, только правых. А вот, походу, левые остались все-таки. Сейчас и левых не будет. Полицейские патрули прижаться к обочине. Ух, у нас шокер, секундочку, я хотел взять пистолет. И маленько подстрелить ему колесики. Ребята, блокируйте. О, как... О, неудачно. Потому что без колес. Ребята, выходите уже. Надеюсь, без оружия. Обычно такая дама была с пушкой. Со снайперской винтовкой. Нужно быть очень бдительным. Хорошо, надеваем наручники уже на преступника. А хотя, ребята, это сделают сами лучше. Так, продолжай задержание. Продолжай. Я не буду тебе мешать. Ну окейшки, ребят, я сам арестую, в принципе. Слишком долго вы арестовываете. Все нормально, чувак, тачка, походу, твоя. Ребят, тоже целится в него. Но он, в принципе, мирный. Сел в тачку и поехал дальше. Хорошо. Красавец, себе вызвал все-таки патрульную машинку. Пускайте заберут. Ребята, целится. Поехали дальше, что у нас есть еще, друзья. У нас есть еще прогрессик. Нет, мне нужно реально что-то... Ох, угон автобуса. Такого уже давненько не было. Ну-ка подтверждаем, где у нас угон автобуса. Ох, у нас получается в городе снова. Да, у нас снова события какие-то, угон автобуса в городе. Хорошо, я что-то другое посмотрю. Ох, нет, мне не нравится. Гольф-машинку. Новые события, довольно интересно. А вот фары у нас, кажется, не работают. Сейчас починим нашу машиночку. Профиксим. Слушайте, реально фары не работают на Порше. А если включить их? Они включены, что ли? Да, Порш, походу, мне не очень-то и понравился, потому что там какое-то желтое освещение в колесах. Это, видимо, какие-то тормоза. И фары у нас не работают. Включаем мигалочки, да, не работает. Хорошо, посмотрим новые события у нас. Ух ты, жесть, мне реально палец показал. Ну-ка, выйдем, ну-ка, уже вручную просто. Давай-ка, подеремся. Полицейский патруль уже просто вручную накостылял. Это такое впервые, друзья. За 40 серий такое впервые. Выходим просто подраться. Всего наваляли, нормально. Просто один на один вышли. Ну, конечно, и скорую помощь мы вызовем. Мы реально крутой. И надрели вручную, и уже поехали дальше. Так, хорошо, что у нас есть еще, друзья? А у нас прогрессик прямо перед нами. Ну-ка, что, посмотрим. Походу, тут машинка есть, которая с нами стояла. И куда ты отправилась, красавица? А вот и скорая помощь приехала. Так, блокируем. Вот так быстренько блокируем. Эх,
Какого черта, слушайте, Porsche очень маленькая машинка и очень легкая, и просто легко двигает влево и вправо. Ну ладно, хорошо, пускай проезжает. Вызываем вертушку одну. Одну вертушку, и можно, в принципе, сват. Пускай сегодня поработает еще сват. Ребята уже спереди, и сейчас, наверное, все-таки поедем на таран. Ух да, блокируем ее. Я думаю, ребята заблокируют, и я уже сзади ее встану, и хорошенько так встану. Они уже позади меня. Хорошо, едем вперед. Как настоящий коп, меня подрезали? Какой черт. Поехали скорее. Можно, конечно, прокачать было Поршик. Ух, на двух колесах промчался. Это довольно эпично. Так, ребята, походу, реально врезались, и едем на таран просто. Ух, хо-хо, полицейский патруль, все, красавица, ты попалась. Так, берем пушку. А можно даже взять... Ух, есть пулемет. Ну-ка, друзья, полицейский патруль с пулеметом. Ну-ка, красавица, выходи уже. А если у тебя пушка есть, тебе не сдобровать. Руки в гору. Это просто жизнь, друзья. Откроем просто огонь, и ей просто хана будет. Хорошо, одеваем наручники. Ноги какие-то грязные. Довольно загорелая дамочка. У нас, походу, альфа-патруль разгулялся. Да, видно надпись «Альфа-патруль». Хорошо, что у нас есть еще, друзья? Посмотрим. У нас есть прогрессик. Мы, в принципе, погоняли уже. Ребят просто давили. Ну-ка, погнали уже. Включаем мигалки. Ребят, конечно, нужно... Машина перевернутая даже. Я даже не знаю, какой именно преступник и какой. Вижу байк. Навижу на байке. Полицейский... Ох, ну тормознул, что ли? Чувак тормознул. Ну-ка, проверим твои документы. Если слишком дерзкий, значит, стопудово есть оружие. Ну-ка, стоять на месте. Полицейский патруль. Чувак, стой на месте. По колесам. Погнали уже. У нас есть преступник. Нашли преступника уже без события. Без диспетчера. И погнали. Надеюсь, не уйдет. На карте я не вижу его, но, в принципе, он слишком дерзкий. Надеюсь, он не исчезнет никуда. Какие у нас ночи темные, особенно без фарта. Так, вижу байк. Байк вижу, значит, догоним мы его. Ух, это была машинка. Байк, походу, просто уже уехал, друзья. Да, просто сейчас. Хорошо, мы посмотрим что-то другое. Ух, у нас есть, в принципе, рядом с нами. Ну-ка, посмотрим. Так, секундочку, прямо позади. Вон та машинка, походу, военный. Полицейский патруль. У нас какие-то две отметки красные. Походу, старая отметка у нас глючая... Глюк какой-то, о, дикие животные. Нужно быть очень аккуратным, реально очень темно. И на Porsche у нас не работают фары. Такого давненько не было, чтобы на модельке не работали фары в ночью. В принципе, я включаю даже, но он не включается. Видно, что он просто горит, но не освещается. Слушайте, он слишком быстро военно уехал. Как-то слишком долго я с этими фарами нянчился. Так, можно маленько сократить, у нас, по идее, две отметки какие-то. О, прави, прави, реально очень темно. Я не вижу, где именно... Здесь что? О, слушайте, задние работают габариты. Можно доехать задними габаритами. Хорошо освещает. А красная отметка прямо передо мной. Даже не знаю, что здесь происходит. Так, секундочку, он поехал наверх куда-то. Проверять уже не будем. Нам нужна одна вертушка. Вертушка, вертушка, нам нужна помощь уже. И пускай ребятишки тоже подъедут. Да, ночной патруль сегодня очень сложный. Особенно в таких местах. И ребята приехали. Ох, как сирена хорошо работает. Так, вижу отметочку. Сколько у нас? Эх, ребята берут его, походу. Нашего военного. Хорошо освещается. Все заблокировали. И все-таки мы взяли. Полицейский патруль, выходи уже. Из тачки. У него, в принципе, оружия не будет. Ребята, давайте уже вытаскивайте его. Все нормально. Пушки нету. Пушки нет, и все спокойно. Реально просто с пулеметом. Хорошо, в принципе, никакой мистики. У нас пистолет. Как настоящие копы. Одеваем наручники. И спасибо. Реально очень темные ночи. Ребята, он ваш. Вызываем ему машиночку. И мы поехали дальше. Сколько интересно у нас времени? У нас 12 часов. Нам еще часов 5 точно патрулировать. Хорошо, можно прокатиться чуть подальше уже за тюрьму. И уже посмотреть, что там. У нас есть красная отметка. Но проверять я не буду, конечно. Слишком это долго. Гольф-машинка, полицейский байк. Ух, какая красотенька. Хорошо, подтверждаем. У нас полицейский байк прямо внизу. И пока что я не вижу его. Ну-ка, давай-ка, наверное, отсюда вылетим просто. Вот так. На колесике. Да, вижу, полицейский байк уже поехал. Ну что, друзья, отправляемся на полицейский байк уже. Нам нужна вертушка одна. Потому что реально очень темно, а вертушки у нас нету. Ну хорошо, парочку патрульных машинок пускай будет. И полицейский... Где-то реально можно проехать? Я ни черта не вижу. Нет, можно, в принципе, проехать.
Так, он поехал. О, хорошо, как поехал там. Сейчас маленько сократим здесь. И как раз встретимся прямо рядом с ним. Слушай, поехал, поехал. Сейчас, чуток назад. И прямо на нас. Как? О, слушай, рядом еще перестреливается. Ну что ж такое же? Какой ты дерзкий оказался-то. Он догонку. Ну что, маленько пробежимся, конечно. Нужна уже вертушка. Вертушка, сейчас пробежимся чуток. А, хотя нет, не стоит, друзья. Хо, берем полицейский байк. У него тоже есть сигнашки. О. Да все, полицейский байк. Мы уже отправились. У нас две отметки каких-то. Полицейский патруль стоит на месте. У нас шокер. Должен быть шокер. И давайте шокером. Вот так. Стоять на месте, руки в гору и харя в землю. Отметка вторая у нас исчезла. Хорошо, тебя берем уже. Вернем наш Порш уже, доедем на байке до нашего Порша. И прокатились на мотике. На мотике у нас были две серии, довольно тоже интересно на мотике было, особенно в городе. Надеюсь, мой Порш никуда не исчез. Хорошо, что у нас есть еще, посмотрим. Пока что мы доезжаем и посмотрим, что интересно. Нужно реально снова перестрелочки. С перестрелкой довольно интересно будет. У нас прогресс слишком мало перестрелок. У нас угон автобуса снова. Ну, давайте посмотрим уже ночной. И где-то прям здесь. Ух, прям в карьере, что ли. Хорошо, давай подтверждаем, в принципе. Ох, появился, вижу. Вижу, габариты появились. И все-таки нужно вызвать вертушку. Вертушка пока недоступна. Прокатимся уже рядом с ним. А что за... Даже не понимаю, что это такое освещение получается? Походу из тюрьмы. Так, он поехал в правую сторону. Подальше от поезда, вижу. Так, преступника я, в принципе, вижу, но вертушка у меня не появляется. Ну-ка, еще разок. Нет, реально не появляется. Я думаю, реально преступника мы видим, и должна появляться вертушка. Полицейский патруль, тормози уже. Так, поехал в правую сторону. Какое-то местечко не очень-то хорош выбрал. Какие-то темные места сегодня. Та вертушка появилась, давайте вызовем все-таки. Ямы эти чертовски не видны как-то. Ребята приехали. Окейшки, сейчас будем брать. Все, я хорошо вижу. И теперь можно даже вперед наехать уже и выпустить шипы. Полицейский патруль, все-таки нужно вызвать ребят еще. Он, походу, будет кружить здесь очень долго. Ох, сколько ребятишек-то появилось. Сейчас мы быстренько возьмем его. Ребята где-то сверху еще. Ребята, вам нужно спускаться вниз. Слушай, хорошо так едет. Мне нравится. Но все-таки мы его возьмем его. Никуда он не денется. Давай-ка по колесикам. Колеса, походу, уже нет. И можно даже блокировать. Вот так. Куда отправляешься? Уже реально какой-то безбашенный. О-о-о. Он просто реально спрыгнул вниз куда-то. Даже я на такое не способен. Можно, в принципе, аккуратненько спуститься. А какого черта? Вот так мы тоже слетим вниз. О-о-о. Как крутануло-то Порш-то. Ребята, давайте берите его. Он уже зажался. Вот так сейчас зажмем его. Ну, конечно, наш Порш не прижмет так сильно. Тачки перевернуты. Чувак просто реально не хочет выходить. Полицейский патруль, выходи уже, чувак. Все, спокойно, он без оружия. Давайте, ребята, арестовывайте его сами. О, походу решил побежать. Ну хорошо, погнали за ним уже. Так, по ногам. Берем шокер и шокером его, маленько. Стресочку. Сколько у нас копов-то уже? Все, спокойно, шоколадный мальчик, давай-ка на земельку. Что за кипиш, ребята? Ну что, наш преступник уже в наручниках. Мы, в принципе, должны отсюда аккуратненько выехать. Дверь мы закроем. Сколько копов уже? Так, вышим сиренки и аккуратненько отсюда выйдем. Мы выехали на трассу, и у нас есть GTA. Ну-ка, подтверждаем, погнали. Прокатимся уже по шоссе. Хорошо, диспетчер, дай-ка мне одну вертушку. И дай мне парочку патрульных машинок. Ух, как темно. Слушайте, реально очень темно. Ну-ка, первого посмотрим. Да, освещаются только у нас тут даже света нет на шоссе. Только вот эти прожектора освещаются. Мне кажется, уже скоро будет рассвет, друзья. Их. И уже практически догнали преступника. Хорошо, наверное, используем шипы. А ну-ка, если используем шипы, просто против своих. О-о-о, как ребята раскидало-то в разные стороны-то. Сразу без колес видно искры. Извините, ребятишки, просто сразу троих, либо четверых я взял. О-о-о, просто какую-то
пока сделали. Слушайте, реально уже утро, и скоро наш денек закончится. Ребята без колес, мы сами догоним нашим преступникам. Они просто в разные стороны. Прости, чувак, я тебя не заметил. Я сегодня без фар езжу. Так, хорошо, тебя блокируем. Вот так резко. Оп, не успели. Давай еще раз. Просто очень много шипов, и, в принципе, все, он уже... Ребята, как коровы на льду. Полицейский патруль, чувак, выходи уже. Так, тачку станем. Ребята, вытаскивай его. Вот так. Он сейчас вытащит свою задницу. У нас получается какой-то байкер. Берем его. Давай-ка на коленки. И все в порядке, без оружия. Просто GTA гоночка. Хорошо, одеваем наручники. Чувакам, давай на земельку. Так, все в порядке. Ребята куда-то бегут. Видимо, решили меня костылять. Что ли, по одному? Хорошо, полицейский патруль нас снова маленько подерется. О, ребята, гасим их. О, против РПГ. Это не то, что хотел, конечно. Ребята, давай подеремся. Ну так, по мордашке себе. Шесть свернем. Какая-то перестрелка началась. Реально мега перестрелочка. Твои документы. Патруль проехался. С ума сойти. Сколько крови-то? А где наша тачка-то? У нас есть прогрессик прямо рядом с нами. Вооружены и очень опасно. Ну-ка, резкий поворотик уже. Там перестрелку, нужна помощь. Вызываем, наверное, парочку вертушек. И, наверное, все-таки патрульник. Свата. О, ребятишки пешком ходят. Наручники. Ух, сколько там ребят тоже. И просто реально навстречу. И, походу, просто к противнику, друзья. Ух! Соскоблили просто... Нет, не смогли все-таки. Я думаю, реально соскоблим, ребятишек. И у нас уже перестрелка начинается. Альф-патруль же приехал. Все вместе. Ребята, давайте устроим реально перестрелочку. Полицейский патруль, стой на месте. Просто водителя гасим. Уже реально перестрелка. Полицейский патруль, ребята, бросьте оружие. Просто жесткая перестрелка. Альф-патруль гасит всех. Еще труп. Нет, живой, все в порядке, ребята разбегаются. Ну что, маленько пробежимся? Ребята, берите каждый по одному. Я, походу, беру самого дальнего. Сейчас по ногам. По ногам. Чудненько. И у нас еще один беглец. Сейчас возьмем тебя. Стой, красавица, стой на месте. Какой у тебя причесун-то? Харри в землю. Харри в землю, там еще один преступник убегает, походу. Четыре преступника мы все-таки взяли. Это, в принципе, очень круто. Ребята прибежали, видимо, на помощь. Сейчас, друзья, посмотрим, что у нас там с преступностью. Так, приехала тачка. То есть проехала. Ну-ка, побежали, у нас там еще 4 преступника. Побежали обратно. Так, нужен пистолет на всякий случай. Вдруг там еще какая-то перестрелка будет, либо их уже всех арестовали. Что за кипиш происходит? Какая-то еще перестрелка реально происходит. Чувак дает, да, вижу в наручниках. Чувак, походу, слишком какой-то борзый. Ну-ка, тормозим. Его просто взяли и пристрелили. Там вижу... Ух, нет, все-таки есть преступник. Преступников практически всех поймали, но пока что есть один беглец. Я вижу по вертушкам, куда-то убегает. Так, наша тачка. Наша тачка, погнали. И, походу, куда-то на трассе он. Да, вижу по вертушкам, где-то он в той стороне. Включаем сирены, погнали уже. Вижу, байки поехали. И, конечно, еще патруль нужно. Побольше патруля и побольше вертушек. Так, кажется, его уже уберут. Его уже берут в кольцо. Даже не вижу, где еще он. Походу, где-то прям за горой. Камни какие-то. Так, вижу беглец. Сколько его? О, сколько комов за ним бегут. Сейчас возьмем, друзья, помогу вам. Так, вертушки, вертушки. Я вижу беглеца. Нет, еще не вижу. Я вижу только копов. А вот и наш беглец. Уж как он хорошо бежит там. Ребята уже, походу, полштата бегали за ним. Он споткнулся, походу, маленько пьяный. И маленько так дай ему. Полицейский патруль же. Стоять на месте. Ух, не то. Пардон, где наше оружие? У нас оружие пропало. Хорошо, выходим уже. Ребята, он ваш. Сколько копов за ним бегало. Обалдеть. Хорошо, ребята, арестовали, друзья. А мы на этом закончим, и наша смена подошла к концу. А с вами был Спикер, и увидимся очень скоро. Всем спасибо и всем пока.